Привет, iPhones.ru. Сегодня мы рассмотрим бесплатную игрушку Angry Businessman. Наш клерк опоздал на автобус, и чтобы успеть к открытию офиса, ему надо бежать на своих двоих. Чем дальше пробежит, тем лучше, от этого зависит наш рекорд. По дороге встречаются дорожные фишки, через которые надо перепрыгивать, но самым неожиданным фактором является то, что местность принимает такой изогнутый рельеф, что iPhone приходится вертеть в руках на 360 градусов. Вы погибаете, если споткнетесь об фишку или вылетите за пределы экрана. Во всем остальном, это чистой воды аркада-убивалка времени, и ее плюс в бесплатности.